Очень интересно, что мы узнали о... Как они назывались? Пауза ножик. Давайте сначала. Окей, я могу громче. Вечерняя школа, квир, природа. Вечерняя школа, против природы, квир, фантастика. Чего ты смеешься? Так. Против природы, квир, фантастика, искусство. Искусство? Вечерняя школа, квир, фантастика, искусство. Меня зовут Гулеем, я закончила вечернюю школу штаба. Хочу сказать, что мне понравилось в вечерней школе и какие моменты посеяли семена будущих открытий. Вообще, изначально, когда я подавала в школу, я увидела программу, и она мне очень понравилась. Я очень сильно вдохновилась и захотела попасть в эту школу, потому что те знания, которые мы уже получили в этой школе, они не сравнятся с теми знаниями, которые мы получаем в университете. Вообще, когда в Алма-Ате была презентация самого штаба вот этой школы, я была на ней, но половина слов была мне непонятна. Я думала, господи, какие они слова произносят. Так эмоционально рассказывали, у нас еще такой проект. И половина слов, я думала, ну окей, они не виноваты в том, что я не в курсе, о чем это. Я думаю, интересно, нам туда податься. Я уже изучал квир-теорию в университете. Так что, когда у меня была возможность пойти на квир-школу в Бишкеке, мне было очень интересно. Что тут будет? Понравился очень подход к изучению искусства. Это не была какая-то история искусства, это была внутренняя кухня, это были механизмы, методы, приемы и так далее. Это было очень классно, дало мне вообще понимание того, как искусство сделано. Ну, по крайней мере, мне кажется, что я стал лучше это понимать. Тематика и форма школы не была только академическая. Это было достаточно прогрессивное, левое мышление, а как переосмыслить и внедрить утопию в повседневность. Как прийти в школу и сесть на стол, а не на стул. Стало по-другому смотреть на многие вещи. И, в принципе, все лекции были полезны, и каждая была по-своему интересна. Имела возможность познакомиться с современными художниками, исследователями. Больше всего мне понравилось подумать о квир-теории, как это об этом думается в русскоязычном пространстве и с другого контекста. Когда говорят, что квир-теория, ну это что-то странное, и в итоге говорят, что в принципе это не теория, это меня шокировало, это было странным. И сейчас, читая какие-то материалы о квире, я каждый раз нахожу в нем новые аспекты и понимаю, что квир-теория — это правда не теория и даже не квир. Больше всего заинтересовало развитие творческого воображения и обсуждение вот фантастики, потому что мне эта тема, наверное, больше всего близка. Как это? ОРТВ? ОРТВ. Мы же вот отрежем. Что мне понравилось в программе «Вечерняя школа» — это... практические и теоретические курсы по современному искусству, по развитию творческого воображения. Больше всего, конечно, понравилось коллажи, занятия коллажами. Было очень много веселья, шутили, обсуждали очень много идиотских идей в хорошем смысле. Мне понравился Кривотский центр, особенно мне понравилась песня про того, кто далеко видит. Прямо я ее сама заучиваю, иногда пою. Вот. Ну, вообще, мне нравятся интерактивные такие мероприятия, когда, допустим, не сидишь, а еще можно подвигаться, можно вместе сплотиться, также дать порисовать, повообразить человеку. Вот. Тут просто люди передовые, такие нового времени, они... И, конечно, мне было очень приятно, мне повезло заразиться их позитивом, их интеллектом,
И благодаря школе, надеюсь, я тоже внесу какой-то вклад в наше общество. Я думаю, что это огромная удача, что я была частью этого проекта. Даешь феминистскую диктатуру? Fuck the planet.